Всем привет! И я рада вас видеть на своем канале. Сегодня я подготовила для вас такую тренировку, чтобы убрать проблемные зоны у женщин, это в области груди. И подтянуть, конечно же, это место. Ну а если вы мужчина, значит качнуть грудак с более тяжелым весом, чем у меня. И помните, что нет отдельных тренировок, упражнений для женщин и мужчин. Разделяется только рабочий ваш вес. Ну, а с вас лайки, подписка, а с меня польза. Вам понадобятся гантели весом от полукилограмма до 3-4 килограмм, если вы женщина. Ну, а если вам этого веса недостаточно, тогда, конечно же, вес нужно увеличить. Все зависит только от вашей физической силы. Если у вас есть несколько видов гантелей, как у меня, тогда советую на первое упражнение взять более легкий вес, а на последующее упражнение уже более тяжелый. Сегодня у нас работа будет 45 секунд и 15 секунд отдыха. У нас будет таких 4 упражнения. Между кругами у нас будет 1 минута отдыха. Не забывайте, мы смотрим на подсказки. Во время отдыха точно так же слушайте или смотрите на экран. И мы начинаем с вами тренировку. Так, мы с вами готовимся к тренировке. Берете гантельки самые легкие. У меня по 2 килограмма каждая. Поэтому мы выполняем упражнение 45 секунд. 15 секунд отдыхаем. Я включаю таймер. Поехали. Вперед, вверх, в стороны. Вниз, не торопитесь, вперед, вверх, в стороны, вниз. Движения выполняйте все медленно, без каких-либо рывков. Ноги у вас стоят на ширине плеч, поясницу вы не проваливаете. Держите ягодички в напряжении. И выполняем. Закончили. Берем, сделали жим, прокрутили. Груди, жим. На уровне у вас гантеля, на уровне груди. Вы не поднимаете ни вверх, ни вниз, на уровне груди. На выдохе вы ее толкаете от себя. Спина у вас при этом ровная. За голову, выдох, выжали, выдох. При этом у вас локти стоят на месте. Они у вас не ходят. Локти стоят на месте. Вы выжимаете за счет мышц трицепса. У меня 7 килограмм, гантелька 7,5. Не включайте руки, только трицепс работает у вас. Закончили. Сейчас. Подняли ноги,
и делаем жим лежа. Локти опустили на пол, выжали. Выдох мы делаем во время выжимания гантелей. Голова у меня поднята, потому что, чтобы у меня не оторвалась поясница от пола. Локти под 45 градусов по относительно вашего корпуса. Закончили. Не забывайте пить водичку, если вам хочется, небольшими глотками в течение всей тренировки. Запомните, что тренироваться вы должны всегда в удовольствии. Только тогда будет результат, когда вы тренируетесь в удовольствии, имеете свою цель, и вы всегда думаете о своем результате. Если вы себя насилуете каждый раз и не получаете никакого удовольствия от тренировок, значит, или вы не тем видом спорта занимаетесь, или же может быть неправильная нагрузка. Поэтому всегда ищите позитив в тренировках, положительные эмоции, и мы приступаем дальше. И начали вторую серию с вами. У нас всего будет 3 серии. Кому будет мало этих 3 серии, вы можете свободно повторить 4, 5, 6 серий. Всегда делайте паузу, подняли горизонтально, вертикально, в каждом положении делайте небольшую паузу. Следующую упражнение. Локти, помните, вы не горизонтально полу локти вниз на 45 градусов. Помните, что вы выпрямляете руки только за счет мышц трицепса. Вверх-выдох. Вверх-выдох. Терпим. У нас последнее упражнение во втором круге.
нас последняя серия. Последняя серия. Это первое упражнение в последнем круге. Поэтому с настроением работаем. Напоминаю еще, если вам мало этой тренировки, вы можете, пожалуйста, повторить сколько угодно. Еще один круг, два или три круга. Корпус старайтесь держать в неподвижном. Работайте только ручками и нужными мышцами. Когда вы к груди подводите гантель, вы сводите на спине лопатки. Спина у вас ровно, сводятся лопатки. Разочек. Жимчики из-за головы. Вверх, выдох. Следим мы всегда за дыханием. Выдох у нас происходит всегда на максимальное усилие. Выдох всегда старайтесь делать через рот. Вдох через нос, выдох через рот. Последнее упражнение в последнем круге. Выдох вверх. Ну, у нас закончилась тренировка, и если я не заслужила лайк, тогда хотя бы лайкните его. До скорых встреч, с вами была Инна и вредный счастливчик.